Здравствуйте, с вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. Зачем серьезному любителю астрономии простой бинокль? Ведь его в арсенале имеется телескоп, который позволяет своим мощным усилением заглянуть далеко в глубины Вселенной. Дело в том, что бинокль по сравнению с телескопом обладает большим полем обзора. Что даже ученый, проводящий годы исследований в обсерватории, не откажет себе в удовольствии откинуться в кресле и поглазеть на чарующие виды звездного неба. Представьте себе привычную картину Млечного Пути, созвездия Ориона или Стрельца, когда у вас в руках прекрасный астрономический бинокль. И сегодня наш обзор посвящен именно 70-миллиметровому астрономическому биноклю от фирмы Celestron SkyMaster 15x70. В неоновой сумке с биноклем находится нашейный ремень, салфетка и L-адаптер. Ремень просто непозволительно узкий для такого инструмента. Трудно представить, что кто-то действительно станет использовать его для переноски бинокля. Комплектный L-адаптер – штука действительно уместная. Бинокль увесистый, и для астрономических наблюдений штатив ему все-таки понадобится. Сам адаптер изготовлен из пластика, но достаточно прочного. Со своими прямыми обязанностями он наверняка справится. Корпус бинокля покрыт слоем мягкой и приятной на ощупь резины. Крышки на объективы довольно жесткие, но зато сдвоенная крышка на окуляры неплохая, сделана мягкой и оснащена петлей для ремня. Центр тяжести бинокля смещен ближе к объективам, поэтому удобнее держать его не в области колеса фокусировки, а за сами тубусы. Несмотря на вес и внушительные габариты, наблюдать наземные объекты без штатива в принципе возможно. Фокусировка присутствует как центральная, так и на правом окуляре под особенности зрения. Работают механизмы очень плавно и точно. Сам же маховик фокусера опоясан рифленой резиновой лентой. Просветлены все оптические поверхности, включая призмы, изготовленные из оптического стекла БАК-4. Это обеспечивает вполне естественную цветопередачу и хорошую детализацию картинки. В дневное время заметен вполне выраженный хроматизм изображения. Но в ночное время об этом вовсе забываешь. Окраска картинки почти не проявляется. Четкость изображения неплохая до половины поля зрения, после чего начинают проявляться полевые аберрации. По результатам тестирования видно, что предлагаемый вам бинокль был, есть и, по всей видимости, будет одним из лучших образцов, предлагаемых на рынке. Но почему мы считаем его одним из лучших на рынке? Потому что причин для этого несколько. Прекрасное исполнение и хорошие характеристики. Но ключевым является соотношение цены, качества и возможностей. По сути, астрономический бинокль 15x70 является отличной заменой телескопу в походных условиях. При наблюдениях он отлично дополняет основное устройство. В дневное же время он позволяет быть прекрасным мощным оптическим устройством для наблюдения дикой природы и пейзажей. Дело в том, что бинокль в сочетании с хорошим штативом становится отличным инструментом для наблюдения тайн звездного неба. Но самое главное, что комплект оборудования легко может умещаться в обычном рюкзаке. С вами была лаборатория «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. До скорой встречи в нашем магазине.